Отвечаю на главный кухонный вопрос СССР и России. Что лучше, 2 или 4? Комфорки на плите. Я поменял 4-комфорочную плиту на 2-комфорочную. 2-комфорочная плита на 16 сантиметров тоньше и на 4 сантиметра уже. Много это или мало? 16 сантиметров – это чуть больше моего тапочка. Разойтись вдвоем на кухне становится проще. А противни и решетки помещаются в нашу узкую посудомоечную машинку. От 4-комфорочной плиты не влезали. Чуть-чуть. Но самое главное, более чем за 40 лет своей жизни я ни разу не помню, чтобы моя бабушка или моя мама, или я сам использовали больше, чем 2 комфорки и духовку одновременно. Все, что говорится про большую или маленькую семью, что 4-комфорочная плита нужна, когда большая семья, это все фигня. Потому что строго пофиг, 2 литра кастрюля или 4 литра кастрюля супа. Единственная ситуация, когда я считаю оправдана 4-комфорочная плита, это коммунальная квартира. Когда одновременно пришли на кухню 2 соседки, каждая поставила свой чайник и свою кастрюлю. Да, я тот самый мужик на кухне, у которого жена не умеет готовить, и ей пофиг. Я совсем не умею готовить. А мне пофиг. И мне тоже пофиг. И пофиг. И 2-комфорочная плита.